суровая действительность в очередной раз подтвердила актуальность старого правила. Не стоит оставлять дорогостоящие вещи в автомобиле, пусть даже и запертом. Такая схема кражи, как вскрыл авто и забрал все, что лежит в салоне, остается одной из самых распространенных. На днях правоохранители Харциска задержали вора, обокравшего очередной автомобиль. В дежурную часть городдела полиции обратилась харцизянка с заявлением о краже. Вскоре правоохранители установили, что злоумышленник разбил ветровое стекло автомобиля, припаркованного во дворе многоэтажки, и забрал из салона сумку, в которой находились инструменты, материалы и другие приспособления для маникюра. Ущерб, нанесенный воришкой мастерицы, составил 13 тысяч рублей. Было украдено все, с помощью чего она зарабатывала на жизнь. Правоохранителям удалось по горячим следам отыскать похитителя инструментов для маникюра. Им оказался 19-летний вор-рецидивист. Часть украденного он все же успел продать. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение злоумышленника, обоснованно подозреваемого в содеянном. Ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет. Действия его квалифицированы в порядке части 2 статьи 164 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики, то есть кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.